О, Лео, мой старый друг, как твои читы там? Слышь, сам ты читер! Нет, ты! Нет, ты! Ой, спина болит какая. О, Лео, мой старый друг, как ты? Ты как Да вообще? нормально! А, Нормально! чё, не хочешь молодость вспомнить, мини-игры старые поиграть, а? Давай, пошли! Да, погнали, Ох! погнали. Полегчало, кстати! Что? Что ты смеешься? Да, так, просто вспомнил шутку 70 лет назад. Как же хорошо было 70 лет назад, когда мы еще не родились. Да, конечно. Да. И все. Первая старая мини-игра это Булди Бутл. О, хай, дюд! Hi, welcome to Chili's. Это ты трогал мои спагетти? Нет, ё, нет. Потому что знаешь что? Да, реально, мы, знаешь, вернулись этот, вспоминая старые мини-игры, как старые мемы. Да. Кстати, а что это за светящаяся кнопка? No! Хотя нет, yes! Чего? Знаешь, после того, как ты сказал yes, мой мозг перестал работать. Уже слился, да? Да погоди, вся под... 27 кпс было. 5 кпс! Кликозависимость сложная херня, честно. Дирис. Лео, почему ты не полный круг? О, у тебя тоже Пакмен. А у меня тоже Пакмен? Да. Ну, смотри, забагованный блок нашли, видишь? Да. Баги. Да. Поближе. Да, я подошел поближе, что ты хочешь? Там, бай Фелиша, говорю, а ты такой, подойди поближе. Поближе. Ой, как-то этот, знаешь, весело играть, да? Чувак, по-моему, уже достаточно материала. Да, я думаю, уже много сняли. Мне кажется, даже слишком много, на несколько роликов можно растянуть. Да. Все, давай, пока. Окей, удачи, чувак. Я пошел. Окей, бай. Да, удачи. Пошли, бил бабу. Чувак! А! Ты тебя телепортировала ко мне? Нет. Тут просто 22 игрока собралось резко вдруг. Вулкан Эрупшн, давай вулкан, хочу же взрывающий вулкан. Извержение вулкана, давай. Да, так как вулкан горит примерно. Сейчас нарисуем тебя, да? Во время катки. Да. Короче, здесь сделаем вот такой кругляшок, да? Это будет подъем вулкановский. Подожди, побольше. Мы все-таки кликаем этот. Ты сколько КПС кликаешь, а? Поясни за КПС. Не, сколько стоит КПС и такое. А мой КПС стоит 15 кликов в секунду. Да? Короче, ты можешь этого человека строить уже, я попытаюсь как-то сам вот это все сделать. Человек не в месяц. Я вулкан сделаю. Какой человек ты собираешься строить? Больше вулкана, что ли? Ты человек-гигант, например. Да. Не, я человека не пос... Хотя нет. Какие обороты? Человека не надо строить, он получится больше вулкан. Да, окей. Это похоже на какашку, да? Как ты думаешь? Ну, большого какашку. Да, большого. Твоих рук делаю. Каменную какашку. А теперь, Лео, каблстоны поставь в разных местах вот так вот. Кстати, чуваки, кто смотрит аниме? Ставьте лайк. Ой, гаш. Окей, похоже на Eruption вулкан? Нет. Похоже на какую-то дичь вообще. Оу, май, легендари, 10 из 10. Оба. О, фу, супер, по-моему. Ненавижу. Вообще, репорт. Ай, упала. Вау. Это больше на маяк похоже, На шляпу из Гарри Поттера похоже. Что случилось? Оу! Изи! Смотри, что я делаю. Я танцую, меня много. Почему у нас вообще... А где я? Почему у меня победного танца нету? Все, меня отжали, что ли, его? Лео. Так, я тут, я там взламывал Пентагон, да? А, ну чё, как? Что узнал?
Короче, все лиризы инопланетяне, а инопланетяне это лиризы. Ой. Чё за вор? Нужно орать не Боже. Кто еще сможет выше проорать, чем ты? Ё-моё. Кстати, мы не читерим, мы просто играем, да. Просто друг да, другу подсказываем. Просто мы без чудов, мы завязали с этим вообще давно уже. Корзина для чего-то. Шоппинг-баг. Нифига себе. А корзина для продуктов, блин. Ну кто, кто? Кто? Ну, откуда я должен это узнать? Кто корзина для продуктов? Кто, кто? Ну кто, ну кто? Когда, знаешь, не можешь придумать оправдание, такой, кто, ну кто? А нет, 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 нет. Правильно? Неправильно, не Египет, другое слово. Eggplant. Баклажан! Ну как тут баклажан можно увидеть? Чувак! Ну как там баклажан можно увидеть? Я случайно Египет подумал, ну ладно. Что это такое? Ну кто, ну кто, да? Зубная. Зубная что-то. Фея. Огненная села, домино и... Чувак. Египет. Ты все сказал, рассказал мне. Я не знаю, что это такое. Чувак. Домино. Домино. Я тебе сказал. Случайно сказал, а ты... Как же тебя легко обмануть? Что это за эмбрио? Почему он все подряд отгадывает? Блин, это что? А. Яйцо эндера. Я не знаю, как еще это может быть написано. Сейчас будет какая-то яйцо дракона. Black hole? Черная дыра? Черная дыра? Это черная дыра, по-вашему? О, есть. Так, скинь мне в Discord, что там. Подскажу тебе сразу, что-то связанное с этими комиксами. Супергерой какой-то? Нет, это и есть комиксы, постройка. Блин, я даже не знаю, что можно рисовать туда. Да, типа, земля. На нем растет там дерево. Вот так вот. Тю. Здесь это какие-то люди. Я не знаю, короче. Книга со сказками. Четвертое место, ура! Седьмое место, ура! Теперь пошли в World Battle. Нерекс Василий Кэт. У тебя все со скэт. Мистер Кэт! Серьезно, это Сагирхан, это мой канал. Мистер Кэт! Ой, когда переиграл в Skyrim. Фусрон? Нет. Вместо Фусрон, да, только Фусрон нет! Блин, катка началась, я не успел. Лео, не забывай, тут хп не бесконечные. А я забыл. Какая же это сложная мини-игра все-таки, когда-то мне казалось, что она легкая. Ну, ты тогда просто против меня играл. Знаешь, именно в этом мини-гейме создался мой ухё. Бумс-бумс, пуц-пуц, пуц-пуц, пуц-пуц. Бэмс. Да эти яйца не летят вообще. Шалтай-болтай, вы забыли, как летать, что ли, а? 9 килов у меня. Эти красные, это вроде они нас знают, так что осторожнее будь. Чё синие и красные нас рашат? Я не понял. Ну ты чё хотел? Я же их пригласил как бы. Нашу базу еще захватили. Я отжал нашу базу. Бажу. Бажу, да. What do you want? Чё ты хочешь от нас? Петька. What? Он залагал блок нормально ему. Не бесите меня, скорей. Лирик красный у тебя. А, ну этот красный, он вроде безопасный. Безопасный красный. Что это было? Смотри, а у гелбов-то больше всех жизней, чувак, пока мы туда фигней страдаем. Они глебы. Не понимаю вот этого синего. Лири, синий у тебя. У него одно хп, он все на нас рашит. Отчаянный. Да, реально отчаянный челик. Они сейчас вот на базе... Ой, минус синий, все, я туда. Амс. Опа. Ага. Фак. Ну... Дабл джамп! What do you want? A what? И здесь я выживу. Да, я выживу. Нет, как я же не... это сложно, я прям я рипли его. Сорян. Ой, я выжил, короче. Но я отнял одно хп у... Желтый. А, это ты, я потесляю уже. Так, сукей. Ой, где я? Синий говнюк. Что я тебе сделал такого, чтобы к себе телепортировать, а? Класс. О, желтый пошел этого добивать красных. Красным. Он сейчас красных добьет, я офигею от жизни. Добил. А, да,
красных топил, лол. А, синий слав... одну хп потратил желтым. Савчик вообще синий. Ну, синий тоже хороший противник, конечно. С ним будет нелегко. Лео, не пиши, так тебе бам прилетит. Смотри, что он написал. We kill you, да, такой? Я такой, если я буду go team, и ты такой говоришь, бам получишь, и я такой, шучу, мы убьем тебя, значит. Попадаем, бамс. Да, это яйцо не работает. Кому оно нужно вообще такое? Почему мне на Руслэс пишут, ты не читеришь? Ты не читеришь? Ой. Ты не читеришь? Так, чувак. Я знаю, почему он тебе так пишет. Да, у меня читы только на стрелы, но никак не на им. Этот синий, блин, да ах ты. Ой, фак, нет. Чё? Да блин, ты что? Не потеряй хп. Я максимально тупо хп потерял только что. Ухё! Он так меня стрелял. Блин, опять я начал говорить ухё, да? Ты будто переставал говорить ухё. Забегу. Хочу... Эй! Чё? Колено, не прострели мне. Когда-то меня тоже вела дорога путешественника, а потом мне прострелили колено. Рыбаные лучники, Робин Гуд, ё-моё. У них у всех, всё, жёлтый один остался. А теперь можно и синего убить. Так, всё, минус сини. Теперь остался слить вот этого желтого. Не, ну ререм, ты, конечно, понимаешь, профессионал, там все дела, но... Это не рерм, да. Блин, ну нас тут-то двое, как бы... А ты один, как бы... Он почти умер. Куда он улетел? Все, он умер. А. Уху, я его убил! Найс. Просто нифига, у меня 21 киллов. У меня 10. Блин, захотелось еще поиграть. А теперь вопросы. Джуслис спрашивает, играл ли ты с читами или, может быть, пробовал играть? Да, играл. Это было в 2016 году. Ярослав Тюрин спрашивает, а ты сможешь скинуть свои настройки лобби-мода? Да, конечно. Я оставлю в описании ссылку на мой конфиг. Там надо его скачать, после разархивировать и скинуть в папку Майнкрафта. Именно в папку Майнкрафта, не в конфиг. И все. Арагон Акапайн спрашивает, почему у тебя на майке нарисован олень? Почему не елка? Нарисован олень, потому что нарисована елка. Хы? Ну все, не забывайте задавать вопросы в комментариях, ведь вы можете попасть в следующий ролик. И спасибо Лео за то, что он... Лео? Если что, ссылку на него оставлю в описании. А на этом мое видео подходит к концу. Монтировал и снимал для вас это видео Лили. Желаю вам удачи и хороших тиммейтов. До следующих встреч. Пока!